Привет! Наша пятиминутка с морского побережья. Здесь уже что-то строили, какой-то замок. У нас вчера, сегодня у нас 1 июля. Ночью был сильный-сильный дождь с грозой, громом. Но сегодня уже, посмотрите, сколько людей на пляже. Мы уже после обеда пришли. Водные развлечения. Вот пишет температура воды 17 градусов. Такая освежающая. Знаю, что некоторые любят прогулки по городу, но сейчас отдыхаем на море, поэтому у нас морская тематика. По возможности обязательно будем гулять, выполнять ваши просьбы. Море шумит, сильнейший такой у нас ветерок. Много людей, но купаются в основном дети. Водоросли принесли откуда? Ну, в принципе, берег уже чистый. Водорослей практически нет, море все забрало. Строят замок из песка. Морскую картинку вам. Жаль, воздух нельзя передать. Вчера были волны намного сильнее. И утром даже были такие сильные волны. Нам рассказывали. Все, пока есть время и возможность, отдыхаем мы на пляже. Пока-пока. До следующих видеопрогулок.